Все готово к началу первого тайма. Поехали. Ван Перси. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Эриксон. Суарес отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Нет, не дошел этот пас до адреса. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Рос. Вот. Перевод. Шкртел. Это может быть опасно. Удар! Опасно! Шкртел. Морейра Мариньо. Да блять, защита справляется, потери мяча. Так, успеет. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Есть шанс выйти вперед. Нет, твою мать. Пришел против нас, мужики, блять. Давайте нахуй настроимся посерьезнее. Такой жизнь можно бесконечно смотреть. Потрясающая игра голкипера. Сука, достала. Ботинок, ботинок. И разыграть решили угловой. Штрафную подачи, и есть там кому сыграть. И ой, это позанес, просто мужики. Шедевр. Этот гол выводит их в следующий дивизион. Рано малейший зевок в обороне, потеря концентрации и прощая лучшая жизнь. Подстроился под мяч и засадил, что называется. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Вышли. Шкртел. Это может быть опасно. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Передача назад на голкипера. Тянут время, стадион свистит. Бля, Макс, не хватит спать-то. Но соперник эту передачу прочитал. Ну, как бы, надо было мне, но... Ногу надо, он должен был открываться, подмышленный пас. В данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Давай. Перехват был хорош. Шкртел. Посмотрим за этой атакой. Какой удар! Ёпта, опять не спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. В смысле, блядь? Ставит корпус, ну, укрывает мяч. Пролетел. Пирло. Эх ты, чё? Суарес. Момент для удара! Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Хороший момент, но защитник. С углового мяч будет. Оп. Да, оп. Кран накрыл, блядь. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. На дальний лучше не выходить, Олег. Жду, блядь. Эрикс. Кто-нибудь подставится там. Да я там уже начал выходить, там надо было до конца. Ну, если центр начал, зависит, то да. Это будет. Может быть опасная атака. Ой. Он бьет. Не прошел удар, защита на месте. Что такое? Удалось мяч принять. Фа против нас, блядь. Прессингуют тут же. Но забивать же нужно было. Все условия для гола, а он не попал. Много ли будет таких моментов в сегодняшнем матче, Георгий, а? Тем временем-то команда проигрывает. Сука, бля. Уже какой-то заговор. Сабалета. Заговор-то Спарта, блядь. Это Спарта, блядь, ребята. Судья дает не продолжить так, игру, блядь. Хотя в Спарта топ. Арбитр назначает штрафной. Да, какой долгий. Вы смеетесь, мы тоже так топали, смеялись, когда первым забили.
закончилось все печально. Мы, блядь, я не смеюсь нихуя. В итоге мы им 3-2 проиграли. Думаю, никогда не смеялись. Так, Макс. Спустись ниже туда. Любой Макс. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Тут может что-то получиться. Да, Верон, ты своим пробегаешь прям, блядь. Как я пробегаю? Я не знаю, я тебе даю в ноги, даже, блядь, не надо, просто в ноги. Всегда куда-то бегаю. Я вот. Мне мяча почему-то получается. Так. Давай, может, может, у меня пас, я за стенку иду, блядь. Хозяева выигрывают, а вот с другой стороны, от стенки кто-нибудь станьте перед 11, там вообще никого нету. Ну это абсолютно это... ожидаемо и логично. Блять, сейчас, сейчас уже сам пробьет. Макс, некуда. Короче, я тебе и даю. Нужно сохранить преимущество до конца матча. Буфонище! Второй. А ты мне сейчас обычный пас давал, когда я пробежал? Или ты мне очень там... Да, многие эти давал обычный пас. Ром, ты чё Ром, там? Ром, ты чё? Он забыл то, что мы играем. Вот так вот. Хитрят. Смотри, что же я. Пушку. Хороший удар, но как он защитит. Хуюшку. Это уголовку. Зачем я послушал, пробил? Я бы никогда с 30 метров лупить не стал. Нормально, нормально. Там просто точно удар. Главное, без обреза и все. Коль, готовься. Раз, два, три. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Хороший вынос мяча из штрафной. Мяч не привязал вообще. Какой-то, знаете, между собой. Это может быть опасно. Морейра Мари. Закидывай. Шкартел. Ух. Продался. Держит мяч, смотрит по сторонам. Есть ли кто-нибудь вокруг? Дальняя. Сходите вот сюда, вот вот. Че, еще дальняя. Подача в штрафную, там есть как сыграть. Да, тебе опять там поскакало. Нет никого. Кошел. Блин, Рома с крестом. Да вешай, на дальнюю. Пустую зону. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. И подача туда, в сторону. Колян, давай. Мяч в штрафной еще. Голкипер отбивает мяч. Куда подальше? Пирло. Блять. Удалось ребят, нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Ручку. Дим, встречай там повыше его. Я знаю, что я делаю. В твоей же зоне. Ну Сгоняет я сейчас подпустил. Несмотря на прессинг. Давайте, давайте. Я хочу, чтобы там не давали им свободно вот в этой зоне с мячом работать. Пускай, значит, спускается по это, да, блядь, зачем? Ну, так не должно быть, чтобы он там спокойно с мячом работал. Так, Лёх Пузан, давай. Давай пас. Нас ждет второй тайм на Бомбанере. Оп. Отлично сыграно, надо решать. Забили. Розыгрыш просто, блядь. Mm.
Эриксон. Пирло. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч летит в сторону ворот. Я боялся там, блядь, сбить его. Ну, честно, там реально казалось, он сейчас вот грохнется, и все. Ой. Это удар! Блядь, какой цель? Сука, тащит он меня, блядь, нормально. Даже углового не будет после этой атаки, и удар от ворот. Да? И вот цель нам еще раз показывают. 80. Шикарно исполнил, а? Ну, не нам на это ругаться. Сами помните, как нас там вот тоже тащил. Блядь, а что ж такое-то, блядь? Почему там не Рома-то к этому мячу? Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Морейра Мариньо. Блядь, открытый был. Я знаю, я в тебе ее отдал. Че? Вот. Навязывают ему борьбу. Центр. Дальше. Блять, ну что ты его вообще не трогал, сука, блядь. За, блядь, пастор пришел по ебнутому. Без всяких Хорошо. Усилий перехватывает игрок этот мяч. Это может быть опасно. Морейра Мариньо. Он сейчас бы скатил бы. Совсем непонятно он изобразил. С такой-то дистанции, конечно, надо было забивать. Но он пробил куда-то совершенно не туда. Две трети матча сыграно. Последний полсайд. Опускается глубже в поисках мяча. Тут может что-то получиться. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Пас. Удар нужен. Он почему-то левой ногой начал бить. Он бросился тебе прям под мяч. На дальнем числе. Хорошо. Раз, два, три. Мяч летит в центр штрафной. Ничего. Мяч на боковой линии. Ты не пытайся там принять его. Я пас нажимал сразу, прям спамил. Пас голкиперу. Тянут они время. Может получиться интересная атака. Хорошо. Тут вот защита справляется. Потери мяча. Шанс убежать в контратаку. Ниже, ниже, ниже опускаемся. Ждем нас. Хорош. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Не отдает мяч под прессинг. И вот потери в центре поля. Это может быть опасная атака. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Основное время истекает через 20 минут. Смотрим за этой атакой. Подача. Блядь, Ачелия. Блядь. Головой номер. Здесь там вообще один просто пострел. А вот и повтор опасного момента. Да я чуть-чуть пережадавил. Там на Макс хорошо должен был улететь. И решили разыграть побыстрее угловой. Шкртел. Штрафной подачи. Есть там кому сыграть. Защита первая на мяче, вынос. Аут. Верхней точки привезло. Ты на флаг или бегу? Давай сюда. Ну, Максу кидай ноги. Максу ноги кидай, да и все. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Шкртел. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Ушел мяч, аут. Скипайте. Кроме Лехи все. А теперь на полукруг давай.
У тебя там есть у них здоровая какая-то сука, блядь. Что, скидали в ту сторону, сейчас, блядь, набегут туда. Кидай, кидай, вообще уже. Видишь, не работает здесь стартмакс. Мячом, а не дарить его соперника. Ты движение должен начинать с замахом, блядь. Один встречать. Пока неплохо. Кто встречать, блядь, я не могу догнать. Здесь пасом, защита пасом, справляется, блядь. Мяч отобран. Ну. Шкртел. Откуда он, блядь, Аврамов какой-то, откуда он взялся, сейчас должен получиться. А вот сейчас начнется самое сложное, самое интересное. Время. Да! Это мог быть его дубль сегодняшней встречи, если бы не вратарь. Ну, не думаю, что форвард на этом успокоится и будет искать свои шансы. Уже теперь. Игрок поспешил, залез в обзор. Главное не пустить, чтобы один бы забить бы, блядь. На следующем матче. Видишь, не получается в этом. В следующем будет другой, вот может быть попроще. Это пиздец, конечно. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Давай. Это может быть опасно. Yes. И пробил! И теперь точно задача не пустить. Преимущество становится еще внушительнее, и команда может потихонечку уходить, пока в классе ничто и никто не угрожает. Да, им теперь надо повнимательнее сыграть в обороне и спокойно довести начатое дело до конца. Рос. Нарушение, безусловно, было, и что решит арбитр? Тут его накрывают. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. По флангу, там дальняя. Фунт, ты не поднимайся особо. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Отлично. Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. Офсайд. Вратарю отдай. На всю заброс верхом на форварда любого. О, отлично. Морейро Мариньо. А тут что? Гол! Гол! Еще кончилось их удача в конце матча. Забит еще один гол. Исчерпали. Индикап не работает сильно. Наверное, есть претензии у голкипера к защите, но разве что для очистки. Не, ну бот все равно молодец. Он вот там, да. Это чудовищная игра вратаря сегодня, и оборона тут, собственно, не при чем. Счет на табло говорит сам за себя. Сегодня на поле была, по сути, всего одна команда. Сабалета. Тут может что-то получиться. Защита справляется. По флангу сильно, Леша. Не надо, Лех, по флангу. А? Ах, вот это вот мяча из аута. Сразу же соперник. Сука. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Все. Финальный свисток. Наши поздравления. Надо же, блин. Я не думаю, что так тяжко нам со Спартой-то бывает. Красавцы. 13. Еще ответка. Сейчас еще ответная. А, еще один будет сейчас? Да. Принято. Че там, тебя не убрали? Нет, видимо. Кэп не читает сообщения, зам говорит, и типа все передал, странно, что он так гасит. Но я, в принципе, это и знал, что он не даст мне спокойно поиграть. Тебя с креатива не выкидывают. Не, Феникс. Да этот Игорь мутный тип. Феникс, я говорю, это самый странный капитан в моей карьере. Сходи в Lion Steels. Ну так, чтобы понять. Понять, что. Там есть такой Ростов Папа, пообщайся с ним. Да я даже не знаю. Тот по общению странный, а этот.
вообще не вроде нормальный, но такие выкидываны делают. Нет, так это очень странно. Я когда у них перед сезоном тогда... Два матча в Lion Steels перед сезоном, перед тем, как Волгард играть, тогда сыграл. Просто заходил, искал, где поиграть, зашел, поиграл на два матча. Потом, когда я зашел в Волгард, он мне заспамил всю личку, как так, ты должен играть у нас, ты уже у нас два дня был. Я вообще просто приходил поиграть, побегать. Так прикольно, когда он команду заявлял, он сразу лифтера из креатива позвал. То есть у нас сезон закончился, мы первое место во втором диве взяли, и он такой: «Привет, клуб третьего дива».